Было к вечеру. Ела было нечего. Мы на лавочке сидели. Всех прохожих рассмотрели. Обсудили. Разобрали. И немножко заскучали. Вот пошел куда-то дед. По площадке мой сосед. Он в неделю пару раз убегает. Как сейчас. А куда узнать хотя бы? А чего гадать тут бабы? Да влюбился, знать, мужик. И в него теперь гадать с молодыми, ох да. Почему же не в него? Он у нас еще. Чего? В смысле, выглядит моложе. А мой сосед сегодня тоже приоделся, как жених, и куда-то напрямик поскакал, что парень правый. Знать налево. Нет, направо. Неужели на свидание? Но уж не на спецзадание. Ой, глядите, Клава тоже за дедами вслед похожа. Нарядилась шумодом. Я же говорила вам, что любовь у них. А то. Глянь-ка, глянь, а это кто? Неужели баба Маша? Свет, свет, свет. Она туда же. Помутился разум, что ли? Да у них свидание в хоре. В хоре? Это что ж за хор? Ты несешь какой-то вздор. Разве хор такой бывает, где бабули все спевали? Почему же не бабули? С ними там поют дедули, и поют не первый год. Очень любит их народ. Все равно я не пойму, для чего им это. Ну? Не, чтоб с внуками сидеть. Они видали петь. Им же в хоре этом пение прибавляет настроение. Да настроение это да, но кто прибавит нам года? Так ведь в том-то все и дело, что поет от песен тело. И оно ведь как бывает, про года-то забывает. Да, пока душа поет, человек живет. Живет? Все от песен говоришь? Так чего ж ты тут сидишь? А что, отбросим все амбиции? Так нам в ДК, на репетиции.